Всем привет, меня зовут Катя, и вы в моем рукодельном дневнике. Сегодня у меня такое видео о глобальном процессе, который был у меня в 2020 году. Но давайте все по порядку. Начнем с того, что этот 2020 год начался с замечательных картинок и фотографий, всевозможного оформления, надписи «С Новым годом» от Савиного леса. У них есть такая гирлянда с буквами, у них сейчас есть гирлянда с Рождеством Христовым. И я действительно в начале года задумалась о приобретении именно той гирлянды. Меня останавливала стоимость схемы, ну, честно скажу, для меня это многовато. И буквально перед 2020 годом, оформляя свой дом, я наткнулась на замечательную картинку, которую вам сейчас ставлю. Это растяжка флажков. Скорее всего, она сделана вручную. И шрифт на ней такой вот, знаете, а-ля советский, да? И мне эта идея очень понравилась. Сначала я хотела сделать действительно на цветном картоне, белыми красками, но потом подумала, а почему бы не вышить? Но для того, чтобы вышить, мне нужна была действительно схема. Я не ас, я не мастер вышивать по наитию, да, по интуиции, по ходу, скажем так, крестиков. Поэтому я, как всегда, обратилась к нашей замечательной Тане Ворожей, новосибирскому дизайнеру и вышивальщице новосибирской, с таким вопросом, сможет ли она сделать схему по данной фотографии. На что она согласилась и очень быстро сделала мне схему. Это было где-то в конце весны. Видите, как долго я, что называется, рожала эту идею. Пока она мне делала схему, я решала вопрос с основой. Каким образом я решила вопрос с основой? Я поняла, что, скорее всего, одного и того же каунта цветные кусочки я не очень найду. Красить это очень долго, и нужно действительно озадачить того, кто умеет красить. Поэтому я пошла путем наименьшего сопротивления. Я нашла укромерку и беломерку. Их очень много цветных, и действительно на данной работе вы можете увидеть варианты данных тканей: укромерка и беломерка. Но что самое интересное, та же самая укромерка в разных оттенках, она может иметь разные тактильные ощущения. Мы сейчас с этим разберемся. Я уже не помню, какие цвета были именно укромерка, какая беломерка, но давайте посмотрим по порядку. Вот, например, синий цвет. Я думаю, что это укромерка, потому что он очень мягенький, и у меня такого же типа укромерка была персиковая на одной из работ. Она прям мягенькая-мягенькая. Цвета зеленые, бирюзовые, они такие немножко жестковатые, и это, скорее всего, ближе к беломерке. Красный, красный. На желтый не смотрите, желтый это крашеный цвет, я сейчас на нем остановлюсь. Фиолетовый. Видите, у меня даже все в экран не влезет, объектив сейчас будет скакать, но я не знаю, как по-другому снять, потому что не знаю, как по-другому снять. В обратном порядке их сложила. Смотрите, значит, опираясь на данную картинку, я попыталась найти те цвета, которые мне нужны. Красный цвет я нашла. Я нашла зеленый цвет. Причем он такой не тот, не такой яркий, как на фотографии, а такой более болотного цвета. Да, цвет, не знаю, скошенной травы, пусть будет так, да, болотного цвета. Темно-синий и бирюзовый я нашла. И, как видите, на картинке нет никакого фиолетового. Есть оранжевый и есть желтый. Значит, я не нашла нигде ни оранжевого, ни желтого цвета в беломерке и в укромерке. Я обратилась к Лилии Рогожкиной, которая у нас красит основу. Попросила ее сделать мне желтый и оранжевый цвет на беломерке. Что из этого получилось? Я получила свои кусочки вот такие, оранжевые и желтые. И если желтый цвет, он был действительно, ну, на 99% равномерным, то есть вы не увидите разводов на вот этой вот ткани, хотя вот на обратной стороне можно увидеть, что это крашеное, у меня вот маленький кусочек остался, то оранжевая, она все-таки, конечно, более такого
знаете, морковного цвета, и на ней действительно видны разводы. Я не стала ее использовать. Я, конечно, безусловно найду, куда ее применить. Она классная, морковная такая. Вот, я взяла все-таки побольше желтого, да, то есть можно увидеть, у меня три желтых флажочка. И я вместе с укромеркой заказывала фиолетовый на всякий случай. И действительно взяла фиолетовый цвет в эти флажки. Я думаю, что в общей картине должно смотреться хорошо. Ну и, безусловно, плясала действительно от распределения, чтобы это более-менее было равномерно. Значит, в процессе отшива белыми нитками я использовала нитки гамма 0,415. Я почему-то думала, что мне очень много понадобится белых ниток, но я потом поняла, что, наверное, из расчета 14 канвы будет ниток побольше. Но так как я вышивала на укромерке, она все-таки, наверное, 16, даже ближе к 18 каунту, вот, то ниток ушло немного. У меня, видите, как много осталось. Я на схеме, которую распечатывала, давайте вот так вот покажу, отмечала, сколько я использовала мотков. Ну, здесь 4, еще 5. 5 мотков я использовала. Я их наматывала на вот такой вот органайзер и отсюда брала по ниточке. Отрезала там буквально по 50 сантиметров, ну, чтобы удобно было. И делала. Вот. Отшивалось все, не скажу, что быстро, не скажу, что медленно, как-то с такими перепадами. Что-то шло очень быстро, хотя я очень медленно начала отшивать буквы, но какие-то буквы, прям вот, например, буква D, которая, кстати, казалась мне очень большой, она отшилась за один день. То есть буквально вот утром я там начала и вечером в ночь уже закончила. Какие-то подлиннее. И это, кстати, не зависело от цвета основы. Потому что вот, например, буква В на желтой основе очень медленно отшивалась, а буква Д быстро. То же самое с темными основами. Буква И на темно-синей основе отшивалась очень медленно. Может быть, я попала в тот период, когда очень плохо видно было на ней. Вот. Ну, опять же, очень жаль, что на зеленой основе у меня только восклицательный знак. Это просто пустой флажок зеленый. Потому что мне основа понравилась. Наверное, я еще вот такую закажу. Хотя как бы вышивать на укромерке и беломерке, ну, такое занятие на любителя, но, в принципе, меня устраивает. Мне очень нравится цвет. И, кстати, бирюзовый тоже. На бирюзовом очень быстро шли буквы, хотя он такой яркий. На видео он более приглушенный. Значит, после того, как отшились кусочки, вышились буквы, я задалась вопросом, как оформлять. Мне очень нравится вариант именно на фотографии. То есть можно было сделать именно флажками, на ниточке, где-то там бусины вставить. Но тогда мне бы пришлось прошить полностью и потом ставить люверсы. Я не хотела этим заморачиваться, тем более, что у меня сейчас нет возможности куда-то выехать и действительно сделать эти люверсы, поэтому я пошла методом, как я оформляла своих кошечек от РТО. Я намотала себе шнурочков из вот такой вот ниточки. Кстати, такая ниточка продавалась в фикс-прайсе. Сейчас я знаю, что много таких ниточек есть в группе «Рукодельные избранные» у Кати. Я ссылку вам обязательно оставлю. Кстати, у нее же я брала всю вот эту цветную основу. Так вот, значит, намотала я эти шнурочки. И после того, как прошила, вывернула и прогладила, вручную прошила верх. Ну вот где-то действительно заметно, что прошито, торопилась. А где-то и не очень заметно. Но я думаю, что когда они будут висеть, это все будет абсолютно не видно. Вот. Вот такая красота. Сейчас я вам вставлю видеофрагмент о том, как у меня это сшивалось и с какими проблемами я столкнулась. Но что еще хочу сказать. Я не стирала эту ткань и надеюсь, что мне не придется это делать. Хотя я прекрасно понимаю, что где-то со временем может получиться и так, что придется постирать. Но я уже работала с цветной беломеркой и укромеркой, и хочу сказать, что, в принципе, проблем никаких не возникает со стиркой. Я думаю, что ничего не полиняет, если быть очень осторожной. Где-то, может быть, покажется, что действительно флажки неровные, но в данном случае это такая форма, что
Ну, я не знаю, как сделать еще аккуратнее. Я думаю, что когда я повешаю, все это будет замечательно видно. Ну вот смотрите, начала я 1 июня и можно сказать, что чуть ли не 1 декабря закончила. Очень рада, что этот процесс завершился. Очень рада, что этот Новый год я встречу с такой гирляндой. Спасибо большое Тане Ворожеи за схему. Кстати, в ее схеме можно заметить снежинки. Я их не стала отшивать, да простит меня Таня, потому что изначально хотела именно такой вариант. Но, может быть, когда-нибудь в подарок отошью эту гирлянду именно со снежинками. Вот. Заходите к ней в группу. Ссылку на ее группу я тоже обязательно оставлю. Она продает эту схему не очень дорого. И те, кто хотят действительно себе такую рукодельную гирлянду, может с удовольствием вышить. Все, а мы пошли завязываться и располагаться. Спасибо на стенки. Внимание. Оставайтесь со мной. Сейчас будет очень много красивых видео и фото. Итак, с какими проблемами я столкнулась при изготовлении данной гирлянды. Вышивала я на кусочках укромерки и беломерки цветных. И как видите, я брала прям такой вот прямоугольный кусочек, чтобы у меня получившийся флажок был двухсторонним из одной и той же ткани. Вышивала я с тем расчетом, что флажок буду прошивать именно как бы с открытым верхом, да, для того, чтобы именно верхушку вручную зашивать. Но, значит, почему-то изначально я решила, чтобы они были жесткие, нужно купить толстый жесткий флизелин и проклеить. Я проклеила, но вот с чем я столкнулась. Буквально вчера я стала прошивать эти флажки для того, чтобы их вывернуть потом, ну и закончить работу. Во-первых, с жестким флизелином безумно тяжело выворачивать флажки. Во-вторых, вот я один флажок вчера вывернула, не прогладила еще ничего, потому что, смотрите, во-первых, его повело от этого флизелина. Он внутри практически отклеился. И в-третьих, очень сложно, видите, сделать уголки. Я вчера один флажочек, в общем, отклеила этот флизелин. И смотрите, какая разница. То есть я еще, понятно, не совсем до конца тут уголки сделала. Вот еще не прогладила, но разница видна. В общем, на своих ошибках учусь. Что я сейчас сделаю? Я, конечно, весь этот флизелин буду убирать, выворачивать и проглаживать. И сшивать вручную. Ну, я и собиралась вручную сшивать. Вот. Но как бы я маленько расстроилась. Да не маленько расстроилась, потому что, во-первых, я очень много потратила, у меня здесь 26 флажочков, я очень много потратила флизелина, он недорогой, он не дешевый. Поэтому как-то так, ну вот, буду каким-то образом делать. А еще сейчас посмотрю в интернете, как делаются уголки, чтобы они были действительно уголками. Хотя, мне кажется, когда прогладится, будет совсем другой вид. Вот такие вот дела.